the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes. sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. Николас Мендоза. Черт, такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Это как бы намекает мне, что система работает. Хорошей поездочки, детектив. Отлично, мы на месте. Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Полиция! Откройте! Полиция! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! В ту дверь постучали. Чувак, да ладно! Ник, давай... Расслабься, офицер! Поймаем. Так, руки за голову, медленно повернись. Тихо! Спокойно. Ау, ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все друзья. Повернись, без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну, а кокаин говорит... Иди нахрен! Пусто! Быстро все идет. Это что было? Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Ну да. Проверь. Ты в какую же херню их тянули? Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Плохо это. Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры уже. Взял кубинскую еду. Кто хочет есть? Эй, не с места! Да не еще. Давай, давай! Вон он! Не с места! Руки! Ты делаешь только хуже! А, черт! Стодар, давай вниз! Быстро! Вы погоню отрабатывали? Ага. Соблюдай дистанцию, Рня. Так задави никого. Его надо остановить прямо сейчас. Двигаюсь на север по мотелу. Запрашиваю подкрепление. Сворачиваем с мотелу налево на крокер. На перекрестке чисто. Ближе! Давай газ в пол!
надо взять. По колесам стреляй. Дай мне подобраться. Что там? Давай! Напряженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун, пятеро подозреваемых погибли и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей и тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что ты обожаешь. В вашей машине грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, а может, дадите мне хоть $5?
Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточно основания, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Заткни, так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это сумма? Черт. Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Не ладно, подходит. Хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек, бедный район, поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой.
Сейчас. Смотри, вон Брик. Осторожнее, Мендоза, он непредсказуем. Ну, чувак, ты все время куда-то торопишься. Видишь? Да я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Детектив! Это кто еще? Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Детектив! Это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Теб? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. Говори, где Теб, и мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права! Эй, мы просто возьмем и оставим его тут. Уверена, что это умное решение? Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из нас. К черту его! Давай, Теб в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Вот черт, там люди Теба. Они не должны догадаться, что мы идем за мной. За мной. Давай сюда. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли. Так-так. Хай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стодарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стодарт, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Ага, строишь. Ну и что ты скажешь на то, что...
что я выиграл? Ты знаешь, так. Ты ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играем. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полтос сделаем. Повторить не хочешь? А, ладно, вот так-то. Давай, Степ. Черт, он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Там опять? Дэрил? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. На подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь разделить их? Ладно, я разберусь. Таких никто никогда не станет прессовать. Заткнись на одну секунду, дай послушай. Туда кого-то. Потом там какой-то вулкан взорвался, потом еще какая-то быстрая заварушка. А потом появились эти Детоны. Черт! Привет, Тед. Не надо бежать, все равно догоню. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас. В этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель! Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете! Ага, а то как же. Так. Я в шоке, чувак. А, у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Эй, наушник подходит? Да, подходит. А провод? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд. И это не стукачество. Зайди внутрь, проверь, там ли Тайсон, и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Проскань его лицо. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Последнее слово техники. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не наложил. Не знаю, чувак.
Видимо. Тайсону пора завязывать. Возиться со шляпой. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам, подсобите, друг. Ладно, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Да, да. Пусть идет. Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. А получил, что хотел, да? Он коснулся щита. Штель, чую, накаляется тут обстановка. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Другую крышу, вперед! Давайте, валите! Тайсон там, но у тебя 5 минут. Все, что нужно. Что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Нам нужно доказательство, что он был здесь. Черт, Тайсона не видно. Может, он собирается уходить? Я просто делаю то, что делаю. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Черт. Ого, ну-ка стой, это кто еще такие? Без понятия. Что задумала? Воу-воу-воу, разберись, чувак! Сканируй всех, кого только сможешь. О, черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Сообщается о перестрелке на 3-й и 33-й улицах. Всем внимание. Быстрее. Кто эти уж... Я тебя прикрою. Я слышу, арестовывай Нельс их. Нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Думаешь, Нельс притащит подонков из Хуареса? Может, из... Замри! Что это за чуваки там стреляют? Не знаю. Наверное, такие же психи, которые обстреливают каждый патруль в городе. Давай же, Ник. Понял! Его. Чёртовы копы! Хай! Прикрываю. Где-то я его видела. Проверь, были ли ордера на его арест. Какого черта? Вот он! Здесь кто-то есть! Подозреваемые снял. Стреляют! Действуем! 10-4, 13-й. Будьте осторожнее там. Патроны попусту! Сейчас-то! Держи! Всем на позицию. Замечено перестрелка. Мендоса!
здесь. Пытаюсь задержать подозреваемых. Берегись! Я смотрю. Перестрелка рядом с районом Аркола. Ник, давай, давай! Берем! Вестибюли чисто. Понял? Посмотрим, есть ли что-то на Тайсона. Хорошее начало. Молодец. Помни, если эта штука жужжит, улики где-то рядом. Ник, проверь, что тут? Нашла Тайсона. Какого хрена? Кай, смотри. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт. Мы можем подключиться снова? Вот дерьмо. Вы копы привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт! Опять ты! Эй, твой приятель Тэп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо! Слушай, это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми, КП — это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й? Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Так, мы знаем, что делал Тайсон, но понятия не имеем, где он. Наверх!
Ищите ушлепка! Черт! Мендоза, надо выбираться отсюда! Да. Шевелись! Детектив Дао, данные с того IP получены. Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. Звонок к обеду. Понял вас. Давай с ноги, Мендоза. Ты знаешь, что на это нужен ордер? Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Черт! Вот черт! Меня ранило! Ну как ты? Вот блин. О, боже! Так. Я зажму рану, ладно? Как больно. Я знаю. Держись. Мы не за тобой пришли, Коп. Я тебя не брошу. Иди нахрен. Сядь, Тайсон! Вперед! Кай! Кай! Кай, смотри на меня! Кай, я тут! Тогда займись ими, ладно? Вот чёрт. Кай! Кай! Да блин! Кай, держись! Эй! Она в норме! Она справится! Мы копы! Мы копы! Она ранена! Похоже, в артерию. Повезло тебе, что кровью не истекла.
Руки вверх, быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да он просто с бумажками сидит. Еще два тела выловили в бухте Манати. Вместо буйков можно использовать уже. Мендоза, отвлеку вас на минутку. Ух ты! Берегитесь все. Молодой детектив торопится. Хай. Детектив Дау снова в строю. Доктор был против, но я разрешил. Ты как? Я на скамейке запасных, но в целом в норме. Тот кокаин, который вы со Стоддардом нашли, прибыл из Колумбии. Давно мы такое не видели. Последнее время из Мексики все идет. Какие мысли у Тайсона Лэтчфорда на этот счет? У мистера Лэтчфорда, оказывается, отличное юридическое представительство. Вот. Это Лео Рэй, картельный оптовик. Вчера он позвонил мне в офис, сказал, что у него есть сведения о нарковойне, которая разрывает весь Майами. Что ж, нужно найти Лео. И тихо. Только мы втроем в курсе дела. Не говорите больше никому об этом, иначе узнают все. Ясно? Так точно, сэр. Тогда за работу. Прав? У нас есть паршивые овцы. Если долг волнуется, и нам стоит. Ой. Ты в порядке? Да, в порядке. Продажные копы, я не понимаю. И не надо. Правда. Жуткая работа, нищенская зарплата. Да, а больше жаловаться не на что. Вон наш парень. Так, побудь у машины, прикроешь. Будь у машины. Подмога, Лео? Глупо. Кто? Нашли его идущим в зоопарк. Сказал, что хотел посмотреть на редких зверей. Ты, блин, в это веришь? Мне был нужен Доус. И Доус отправил нас. Надеюсь, следующий звонок будет от Доуса. И он скажет мне, где и когда мы обговорим то, что хотели. Я не сдамся придуркам с дурацкими значками. Мне нужна реальная защита. Я опаздываю на игру. Пошли. Оставь мне. А, нифига. Эй! Я слышал, вы убрали Тайсона Лэтчфорда. Много слухов ходит. Кто мог сделать такое? Разговоры для Доуза. Стингер, что делаем? Иди скажи боссу, что я все принес на тарелочке, а ты все запорол. Отдай сумку, Лео. Или парню крышку. Лео, черт! Не стой! Эй, он там! Кай!
Это кто, блин, такие? Ты не сможешь уйти, Лео! Сюда! Что это такое? Вы все трупы, Лео! Да не тут! Сообщай на стрельбе из пистолета по дробовиков! Внимание всем! Тринадцать пытаются задержать подозреваемых! Застрелил одного! Он побежал наверх! Давай за Лео! Давай, вперед! Давай. Я попал в него! Офицер убит. Повторяю, офицер убит. Это кто, блин, такие? Кто такой? Ты не сможешь уйти, Лео! Что это за хрень? Вы все трупы, Лео! Вооруженные подозреваемые! Работаем! Тринадцатый сообщает о перестрелке в отеле Элмс. Не дать ему скрыться! Черт у тебя, Лео! Лео! Береги! Он побежал наверх! Не тварь! Дропните его! За машиной! Готов! Задержи. Не дайте Лео уйти! Вот дерьмо! Он направляется в гостиницу! Они с тобой! Береги! Грохните этого полудурка! Блин! Низ, мы теряем его! Мы хотим помочь! Возьми гребаный остров! Лео, стоять! Ник, у них подкрепление! Да, вижу, напарник. Вы видите это? Стоять! Из места! Эй, Лео! Чувак, ты тратишь мое время! Что это было? Офицер убит. Код 3. Лео, стоять! Ник, у них подкрепление! Да, вижу, напарник. Так, Лео не проходил через бассейн. Так, кто должен быть где-то рядом? Тринадцатый, внимание, подозреваемый рядом. Проверьте корзины! Эй, Лео!
Окей! Это чувак! Шустрее, чем кажется. Здесь должна быть комната охраны. Найду его по системе наблюдения. Ладно. Держи меня в курсе. Заприте двери и пригнитесь. А ну, с дороги! Он спускается из бассейна. Внимание гостям и персоналу Элман Плаза. У нас чрезвычайная ситуация. Если вы в своих номерах, заприте двери и держитесь подальше. Благодарить, что остались с нами. Скажи это тем, кто стреляет. Эрви, убери. Что-то херотень. Вот он! Код 3, офицер убит. За ним. Я нашла его. Он над залом на втором этаже. Он движется? Он в одном из офисов. Черт. Ник, зал идет подкрепление. Давай наверх, не высовывайся. Ладно, буду начеку. Давайте, ищите Лео! Что это? Вот он, Фото! 13-й убит. Повторяю, 13-й убит. Береги! Давай!
далеко. Блин. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Хай! Хай! Хай, где ты? Хай, я иду наверх искать тот офис. Вот что тебе было сказано. Мы хотели все сделать по правилам. Для того, кто никогда не стучал, ты слишком полтеп! Хай! Заткнись, ни слова больше! Чке! Хватит Долги. Уже! Заткнись! Понял? Господи! Хай! Какого черта? Половина бандюков Майами охотится на нас, а ты занялась Лео? Ты чем думаешь? У нас будут проблемы? В гостинице полно убитых наркодилеров. У нас уже проблемы. Лео нужна защита. Тогда можем идти. Как он пойдет? Ты его потащишь. Эй, это ты с ним так поступила, не я. Проверьте офисы наверху. Черт. Все, пошли. Да иду я. Куда скажешь. Так вот, что Доус называет защитой. Лео, кто эти парни? Потом допросишь его, Ник. Идем. Эй, детектив. Держи. Рассредоточьтесь! Я полетел. Следите, чтобы он был жив. Не дайте арестовать его. Давай, давай! Эй, там проверили? Ищите дальше! Копы на подходе! Какого черта? С ним и уходим! Ого! Проверьте там! Береги еще! Грохните его! Вот он! У него совсем крыша двинулась. Выкуриваю! Туда! Уходи отсюда! Осторожнее! Выкурите этих ублюдков! Вижу его! Достаньте его, ну же!
Сейчас! Он должен быть его! За ним! Он должен быть здесь! Ты умеешь управлять этим? Лео уже здесь! Вперед, вперед! Я сказала, что моя предыдущая операция была полной катастрофой. Поехали! Лео у нас, капитан Доуз. Куда его доставить? Все усложнилось-то. Мы едем по перешейку на грузовике. Вы увидите нас. Погнали! Он зол. Куда мы едем? Нас встретят на той стороне моста. Мы не туда повернули. Давай, разворачивайся. Какого черта? За ним! Пристрели его! За ним! Детективы, сегодня я понял две вещи. Вы оба хорошо действуете по обстановке и не можете делать все тихо! Сэр, эти подонки знали, где будет Лео. Кто-нибудь из вас скажет, что, черт побери, с ним случилось? Ну, ямы на дороге, капитан. Лео не пристегнулся. Правда? Поднимите его! Сэр, Лео разочарован, что не встретился с вами. Что-то мне подсказывает, ему нужна надежная охрана. Я того же мнения, сэр. А ты, детектив, а? Уверен, что Лео пострадал по дороге сюда? Вдруг тебя спросят. Вот что ты скажешь? Да, сэр. Уверен. Хорошо. Я отвезу Лео в тихое место. Вы оба отстранены! Что за херня? Прикрывание задницы, привыкай. Ему нужно убедиться, что мы на одной стороне. И что же это за сторона? Та, что поможет узнать, кто нас подставил.